Всем привет, с вами Ништярик. Сегодня мы будем играть в Counter-Strike Extreme. Сейчас начнем веселиться. По полной. Итак, мы идем за террориков. А почему? Не знаю, потому что я всегда иду за террориков. Что-то, когда я играю за спецназов, что-то мне как-то дискомфортно. Да. Дробаша. Я одного слил, и меня слили. Мне тут приходится играть оружиями, которые я найду. Да. Поэтому, если судить по Warface, я сейчас на данный момент играю всеми классами. Вот у меня туго всего получается со снайперами. С этим у меня проблема. Но уж как есть. Может, буду даже за снайпера тренироваться. Хотя я, если честно, не очень люблю этот класс. Потому что им неудобно. Вот штурмовик, медик и инженер. Ну, правда, здесь в этой игре в КСК нету таких классов. Ну, я просто говорю про сами оружие. Вот оружие у этих классов как бы прицел нормальный и стреляют достаточно так хорошо для дистанции поближе. И даже особенно вплотную, в особенности для медика. А снайпер, ну если ты подошел близко, да, то шансы попасть все равно уменьшены, потому что прицел таков. Из прицела попасть, ну, очень трудно. Однако, те, кто попадают, им везет. Да, ну, у меня такой спец... Ну, не спец, ну как. Особенности такой нету. Попадать без прицела и снайперской винтовки. Мне это вообще никак не получается. Я не люблю как бы играть за снайпера еще потому, что там надо сидеть, в общем, ждать, когда вражина выйдет и шмалять его. А вражина... Когда выходит, сразу рывок используют, чтобы бежать быстрее. Ну, чтобы это... Чтобы снайпер не подловил. Поэтому я играю за все классы, кроме снапа. Ну что ж, теперь о КС-ке. КС-ка достаточно популярная игра. Это... Вот это КС-ка Extreme V6. Это... Как бы есть такие моды, когда запускаешь, там выбирать режимы. Вот зомби юнит, зомби что-то там еще. Там, по-моему, три режима для просто, где есть зомби. Вот я сейчас играю на Team Match. Это вот как в Warface командный бой. Тебя убили, ты возродился. И так каждый раз, пока не выйдет время. Ну, здесь, по принципу, то же самое, только здесь пока не выйдет время. Здесь пока не убьешь. Да, и в Warface же тоже. Либо когда время выйдет, либо когда убьют 150 человек. Ну, чем вам не Warface, а? Эта игра. Веселая, развлекающая, сливающая. Да. Есть старая версия CS 1.6 называется. Многие ее знают, многие в нее играли, но мне не нравится эта версия. Почему не знаю? Просто мне нравится CS Extreme V6. Особенно вот эта карта. Ну, у меня как бы две любимые карты в CS-ке. Это вот этот вот, The Pool Day называется. Тут бассейн, в общем, ну вы видели. И, думаю, достаточно таки популярная карта DDoS 2. Да, как же я обожаю эту карту, а. Думаю, в следующий раз, когда я буду снимать КС-ку, я именно на этой карте и буду гонять. Спецназовца! Ну или они меня будут гонять. Ну, смотря как получится. Бывает же по-разному. Вот видите, я играю в эту игру не очень, видите. Даже в КС-ке я не на первом месте. Хотя в основном обычно я на первом месте.
Ну, что за карта? Вот... На DS2 там хотя бы можно покупать оружие. Ну, броню, гранаты. А я на этом заканчиваю. С вами был Ништярик. Увидимся в новых видео.